Недобросовестно обслужили в больнице, обсчитали в магазине или попросили взятку в обмен за услугу. Теперь вы можете рассказать об этом не только своим близким, но и органам власти. В Дагестане открывают интернет-портал «Общественный надзор». Его представили сегодня в Национальной библиотеке. Над проектом работали Министерство связи Дагестана и Молодежный парламент республики. На презентацию проекта пришел и вице-премьер Дагестана Бусупьян Хархаров. Создание нового интернет-портала «Общественный надзор» продиктовано необходимостью повышения эффективной работы государственного органа власти при решении проблем граждан. Несомненно, новое решение позволит повысить доступность органов власти, оперативно реагировать на проблемы населения. Для работы с порталом надо зарегистрироваться, затем каждый, кому есть что рассказать, может публиковать заметку. Дальше с ней ознакомится модератор и направит ее в нужное ведомство. К примеру, если речь идет о проблемах в области ЖКХ, то жалобу направляет соответствующее министерство. А оно в последующем должно организовать проверку с выездом на место. Разобравшись с ситуацией, информация с отчетом появится на портале. Что есть общественный надзор? Например, есть ситуация, когда течет труба, плохие дороги, плохое обслуживание в детском садике и так далее. И все эти события можно с этим событием обратиться на портал «Общественный надзор», и администратором этого портала будет назначен ответственный орган, который должен будет исполнить эту заявку, которая была подана от гражданина.